Ну что, мой друг, как твои дела с тобой? Да воды мы сегодня, как ты видишь, речь у нас пойдет о продукте MedPeer. Ничего нового тебе не расскажу, ничего нового тебе не покажу, и ничего нового мы сегодня не забьем. А просто лишь я вам расскажу, наверное, свою точку зрения, более такой разговорный блок по данному продукту, чисто мое мнение. Я уже выкурил достаточно много MedPeer за эти 2,5-3 месяца и готов развенчать некоторые мифы, забрать, наверное, некоторые свои слова. Объясню тоже, почему потом. И, наверное, просто кайфанем и забьем чашечку одного из нелюбимых мной вкусов у компании MedPeer. Это ничего не поменяет. Не будет того, что я сейчас забью Ice Granny Smith. Видите ли, я его все время ненавидел, он мне не нравился. Видишь, такой, бля, ошибался. Ice Granny Smith пиздатый. Нет, он закрыт лишь потому что этот вкус мне не очень понравился. Ну и давайте, наверное, потихонечку я вам буду рассказывать, какое свое мнение я об этом продукте поменял, что в нем я заметил более хорошего, что стало плохим в этом продукте, потому что этот продукт нет да нет видоизменяется. И с каждым разом его переработки технологии, что-то в нем становится лучше, а что-то в нем становится хуже. И об этом я сегодня хотел бы с вами поговорить. Смотрите. Когда только этот продукт появился на рынке, это взорвало. MedPeer сделал табак. MedPeer готовит свой табак. Все ждали, но давайте не будем скрывать и скажем, как есть. Большинству курильщиков продукт не зашел. Просто не зашел. Я был на многих дегустациях, и нигде у меня не нравилось. Просто не нравилось. Прошло, наверное, не совру, года 2, когда последний раз я курил MedPeer. Это было в Алмате. Там была дегустация. Дегустацию проводила компания под названием Ratana Hookah Shop. И я там приезжал, смотрел, курил. И тогда мне продукт тоже не очень понравился. Вот он был сырой. Вот что бы что ни говорил мне, я всем отвечал, блядь, пацаны, ну, MedPeer сырой. Реально. С ним сложно работать. У него непонятная ромка. При температуре она странно раскрывается. И многое другое. И вот открытие кальянной в Москве, Hookah Place Rockstar. Я в Москву приезжал как раз по своим делам и думаю, пустят ли меня до открытия в кальянную посидеть покурить. Я помню, было 2 часа ночи. Я приехал туда с офиса HyFlex. Мы там такую мини-тусовочку устраивали. Меня кальянчик спрашивает, что ты будешь курить? Я говорю, слушай, сделай мне похуй чё, но что-нибудь прикольное. Типа по брендам ничего не уточнял. Я даже не смотрел на полки, что у ребят там есть. Он мне сделал. Я курю. И охуенно. Получился прям газированный лимонный лимонад. С привкусом каких-то ягод вдалеке, типа компот. И прям вот чувствую реальные пузырьки на языке, во рту, на небе. Я вначале подумал, что это что-то из Сатира, Дарксайда и Smoke Angels. Ну, соответственно, Hookah Place, Smoke Angels и Hype, да? Я
спрашиваю, типа, блядь, что ты мне забил, ну это прикольно. Я обычно не спрашиваю. Но в этот раз мне стало прям очень-очень интересно. Он мне говорит, это Мэтт Пир. Я говорю, что именно из Мэтт Пира в этой чашке? Он говорит, 100% Мэтт Пир. Там, короче, был микс Джелли Бим, Джелли Берри вроде, Биттер Лемон. И еще что-то он добавил, я не помню. Ну, короче, получилось довольно-таки пиздато. Мне понравилось. Но я подумал, что молодец. Смог сделать из Мэтт Пира что-то реально интересное. Потому что продукт, ну, такой себе. Я в итоге у него спрашиваю, слушай, а как, ну, этот продукт тебе вообще? То есть, блядь, забиваете его, нет, просит его, нет. И он мне сказал, что продукт Мэтт Пир после того, как там была эта хуйня с Дарксайдом, там купили, не купили, выкупили, продали, хуй пойми, короче. Его основательно доработали и основательно переделали. Ну, кто же я или не я, если я не пошел и не потратил свои деньги и не купил Мэтт Пир? И реально понял, что есть большие изменения. Конечно же, я купил всего себе две пачки, ибо не хотел тратить денег в тот продукт, в котором я когда-то очень сильно разочаровался. И тут на следующий день или через два мне пишет менеджер Мэтт Пира и говорит, да, у нас есть для тебя ассорти бокс со всеми вкусами. Типа, мы знаем, ты не любишь, но давай отправим, просто попали их в историях. То есть просто сделай анбоксинг, покажи, что мы сделали прикольный бокс со вкусами. И сейчас типа блогерам будем тоже их рассылать. Я, конечно же, согласился, потому что боксы я люблю. И вот с того момента по сегодняшний день мне Мэтт Пир очень понравился. Я уже записывал обзор про этот бокс. Кстати, можешь вот здесь посмотреть этот выпуск. Там я более подробно рассказывал про продукт, и мне понравилось. Возможно, я могу какой-то процент своей симпатии к продукту перекидывать на то, что просто я повзрослел, поменялись вкусы, поменялись предпочтения, и Мэтт Пир мне стал залетать. Но после того, когда я начал в Инстаграме форсить Мэтт Пир, что я его курю, что он мне нравится, начало прилетать очень много фидбэка. И я вам скажу, что фидбэк довольно-таки положительный. И я понял, что ребята реально сделали интересный продукт. Скажу даже по-другому. А в том, что они смогли его довести со временем до ума. Потому что это большая проблема, наверное, современных производителей. В том, что они делают продукт. Выстреливают по маркетингу, выстреливают по ромкам, но продукт недоработанный, и, соответственно, эти бренды через год просто с рынка исчезают. Они не смогли добиться, наверное, того идеального варианта, когда их смогли бы более позитивно воспринимать. Что сделал табак Мэтт Пир, в принципе? Это не жополистство, не подхалимство ради того, чтобы компания Мэтт Пир выслала мне еще Мэтт Пира, табака и, наверное, чего-нибудь еще. Ну, посмотрим. Короче, по вкусам. Я почему эти вкусы выделил здесь? Потому что хазл, это орешки, джинджерфил, вроде что-то имбирное, не помню точно, корица и, конечно же, айс Гренни Смит. По сравнению с другими вкусами, они просто не из моего ряда любимых вкусов, грубо говоря, вообще. А корицу надо миксовать, но я же больше, наверное, сторонник курить моновкус. Не то, что моновкус, а монопачку. Я вот взял пачку, я ее в чашку и забил. Не открываю 2, 3, 4. Я это делаю, но очень редко.
Также недавно со мной связывались амбассадоры по Мэтпиру, по Дарксайду, но они же катают, и у них как бы сразу там и есть какая лекция вроде про Мэтпир. Либо, короче, как-то они косвенно задевают Мэтпир. И многие амбассадоры меня попросили о том, чтобы я развенчал, наверное, если я его, конечно, поменял свое мнение, то записал видео, где есть мое свежее, адекватное мнение о продукте. Потому что люди посмотрели мои старые видосы, где я хейтил Мэтпир, а я его реально хейтил, потому что он был сырым. И эта информация на протяжении 2-3 лет до сих пор сидит в головах потребителя. И, наверное, было сделано решение о том, что нужно записать это видео и сказать, что, ребят, Мэтпирчик стал получше. Попробуйте, купите пачку, посмотрите, стал ли он таким, чтобы он вас устраивал, или же нет, это не ваше. Поэтому, если ты раньше думал, что Мэтпир до сих пор остается сырым продуктом, то возьми пачку одну достаточно и просто забей ее. У меня, кстати, в Инстаграме есть хайлайты топ-5 вкусов. Почти там все бренды. И там недавно появился Мэтпир, и я выделил топ-5 своих любимых вкусов Мэтпира. Поэтому можешь зайти и, конечно же, взять один вкус или два вкуса из моих топ-5. Я думаю, они тебе зайдут, потому что я, когда выбираю топ-5 вкусов, я смотрю в первую очередь, что нравится мне. И, конечно же, что бы нравилось мне, если бы я бы относился к категории обычных курильщиков. Поэтому вот такое вот скромненькое видео. С вами был Дава Дым. Так что подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии на тему, реально ли поменялся Мэтпир. И давай мы это с тобой там все и обсудим. Поэтому пока-пока.